Жители Петропавловска жалуются на едкий запах гари. Как пояснили в департаменте экологии, смог, окутавший город, образовался из-за систематического самовозгорания мусора на городском полигоне. Как выяснилось, за последние 3 года областным ведомством проведено 6 проверок деятельности предприятия, отвечающего за утилизацию. Неоднократное несоблюдение технологии при уничтожении твердых бытовых отходов стало причиной распространения неприятного запаха. Руководству товарищества рекомендовали ликвидировать очаг возгорания до 10 июня, однако свалка до сих пор продолжает гореть. Экологи подали иск в суд. По словам ответчика, для устранения нарушений им не хватает денег. Теперь компании предстоит выплатить штраф в размере 200 МРП, это 505 тысяч тенге. Слой отходов не уплотняется инертными материалами. У данного предприятия имеется карьер для разработки и получения грунта. Однако ввиду отсутствия финансовых средств у предприятия, данная работа не проводится. Также на предприятии отсутствует и специальная техника. Вред наносится окружающей среде очень значительный.